Что это? Это химический ожог. Он причиняет безумную боль. И у тебя что, останется... Что ты делаешь? Медитация помогала больным раком, поможет и мне. Ощути боль, не блокируй. Нет, нет! Смотри на руку. Первое мыло было изготовлено из праха героев, а обезьяны, запущенные в космос, без боли, без жертв, не было бы ничего. Я старался не думать о словах «прижигать» или «плоть». Что? Это твоя обожженная рука. Вот она. Я иду в пещеру, я найду покровителя среди животных. Нет, не поступай, как все эти ходячие мертвецы. Давай. Я все понял, отпусти. Нет, у тебя преждевременное просветление. Это лучший момент жизни, понял? А ты где-то витаешь и все мимо. Нет, не витаю, не мимо. Заткнись, парень. Каждый представлял отца богом. Отец тебе бросил. Что это говорит тебе о боге? Нет, я не знаю. Слушай меня. Признай, что богу ты не нужен. Скорее всего, что он тебя не хотел. Он тебя, похоже, ненавидит. И это не самое страшное в жизни. Разве? Он не нужен нам. Не нужен, верно, я знаю, куда. Плевать нам на ад и на рай плевать. Мы нежеланные божьи дети, ну и пусть. Я возьму что-нибудь, я возьму воды. Слушай, ты можешь облить руку водой и станет хуже. Смотри на меня. А можешь нейтрализовать ожог уксусом? Пожалуйста, отпусти! Сначала ты должен смириться. Ты должен признать, без страха, признать, что ты когда-нибудь умрешь. Ты не знаешь, каково это! Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Точно. Поздравляю, ты уже у последней черты.